коням вишен стакан. Правда? С двойным дном. Больше подходит для интерьера. Но не купить его было невозможно. С вами пообщаться, послушать, посмотреть, погладить. Как у тебя дела? Давно тебя не видела. Меня. Я свободна, словно птица в небесах. Я свободна, я забыл, что значит страх. Я свободна, наяву, а не во сне. Эта песня сейчас про меня. Свобода для меня сейчас – это творческий путь, открытость горизонтов, возможность пойти в любую сторону. Замкнутость пространства, зажатость, она ушла вместе с моей работой. Постоянно вставать, идти, бежать, сидеть, не видеть свет. Утром и вечером только не видеть никого, ни тебя, ни себя. А сейчас я свободна, я свободна. У меня сейчас на распутье. Я, с одной стороны, свободна. Я
полна сил, новых идей, порывов я хочу творить. И в то же время я чувствую себя незащищенной. Ты понимаешь, финансово незащищенной. Поэтому я ищу свою нишу. Ищу, смотрю, где я буду любить, творить, работать в удовольствие, получать, тратить, наслаждаться. Ведь этого я хочу, и этого хотим мы. Если у вас есть какие-то идеи, которые подошли бы мне и вам, мне будет это очень-очень полезно. Правда. 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 Поэтому вы, мои друзья, а друзей не бросают. Шучу. Как вам мое настроение? Я свободна. Еще 2 недели я не свободна. 2 недели – это как приговор, штамп в паспорте. Военно обязан. Да. Сейчас смотрю все с другой стороны. Как проходят дни, недели. Мир пролетает, время года сменяется. Как вот так страничку перелистнул, зима, весна, работа, 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 работа. И все это без удовольствия, без удовольствия. Я хочу. Я знаю, что у меня получится. Но что это? Пока даже не подозреваю. Я жду твоих идей. И жду тебя всегда. Доброе слово – это тоже очень-очень много. Поддержка – это очень-очень много. До новых встреч!